А что за Майк Тайсон? Ну, в смысле, Майк Тайсон, я знаю. Что было? Битва? Привет, YouTube каналу. Привет. Точнее, зрителю. На YouTube канал, если выкладываю там. Как у вас самочувствие? Великолепно. Вообще лето пришло. Тут некоторые куртки ходят странно вообще. Неадекватные. Вообще теплынь такая. Там еще научное, да, что-то? Научный городок, типа? Академгородок. А, академ. Там, конечно, я не уверен, что там все в Навиде. Кстати, скорее всего, там, ну, там куча институтов, всяких университетов. И он полностью в лесу, условно, выражение. Не, я про мусор. А, ну, вот здесь это КМВ проблема. Точнее, я бы сказал, это российские проблемы. Это гибель. Завязки ты имеешь сюда делать? Да, 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 да. Ну, то есть, суть не в этом. Да, она просто, вот, когда вот не сейчас, но вот, собирайтесь, приходите, собирайтесь, ну, то есть... Чуть-чуть поживу, потом уезжаю, потом опять приезжаю. Сейчас я думаю, куда поехать. Может быть, в Крым. Ты была там? Да. И что, и как тебе? Да. Классно? Особенно на машине. Думают, куда идти. А это Шелудивая, да? Да. Ты была там? Да. Я еще не был. Что-то у тебя за фотик из 90-х. Разве, в Нефе. Из 2000-х? Из 20-х? Новый? Отлично. Костя там полез куда-то. По отвесной скале. Так, а можешь мне достать фотик? Ага. Где? Большое отделение. Это и есть Орлиные скалы, да? Потому что здесь орлы живут. Они выклювали это все. Орел. Орел сейчас будет спускаться, да? Да. Слетать. Ну, по-человечески. Человеческий орел? Получеловек, полуорел.
Красавчик. Ты идешь? Я почти. Вот я использую момент, пока ты не попадаешь в кадр. Так лучше, чтобы я попал. Давай. Чё? Залазь. Эльбрус. Молодец. Я думал, ты будешь жаловаться. Смотри, она там рискует жизнью. Там же. Полагайся там на поляну как раз. Бронированные места. Ай. Все, проходите, я хочу. Давай, любительница экстрима. Я не люблю экстрим. Да ладно. Ты попал в кадр. Я люблю безопасность. И красивые. Здесь был Вова Волосатов. А потом он стал лысым, да? А потом Миронов. А потом Саратов. А потом он ушел в Саратов. Так, отсюда, сюда, в смысле. Только что-то эхо нету, да? Да. Ой. Мы все проваливаем. А оттуда? А!
Здесь есть. Ну тоже так, такси. Ну, вроде есть, но... Здесь есть. Ну, там, понятное дело, да. Почему оно туда никуда не идет? Оно исчезает. Оно передумало. Я оттуда тоже. Пятигорск! Лермонтов! Есентуки! Я тут! Это ж твое имя, не мое. Вот Костя. О, как это звучит, я забыл. Гуте. Это что это? Типа доброе утро. Гуте нет, это время после обеда и до ужина, когда ты перекусишь, ты чай можешь пить, вот печенье, это еще называется гуте. Не поставить, что там ветру меньше. А на каком языке? На французском. А, ну это типично, как дети после школы. Курить, ага. Все равно он есть. И он почти его нет, но все-таки есть. Что поможет? Вообще-то странно, когда есть. Похоже на ракету. Сейчас залетать будет. Это специально, это, короче, место для... Ты можешь подложить что-нибудь? А, это твой робот, да? Ты ж роботов, да, изготавливаешь, я так понял? Лондон робот. Я поэтому здесь иду, потому что здесь ровно, а там три. А почему Лондон, почему робот? Там долгая история. Интересно. Я еще полулитра выпью. Она хочет лаваш, да? Или там вон? Хочет чего-то есть. Человечество. Лёш, он что-то хочет. Конечно. Ты ешь, он не даёшь. Он всё хочет. Он без меня ест. Интернациональная горная компания. Кофейня. На рыбных скалах. С нами корейцы. Я раньше выкладывала фотки, вот там девушка училась. Русские. Кофейня, типа, да. Слушай, извини, как тебя зовут? Илюди. Ты из Бельгии, да, мне Костя сказал? Да. Ага. А есть такой язык бельгийский или там французский? Там половина страны на французском говорят, другая на голландском. Да. И маленькая часть на немецком. Ага, интересно. Нет. В Бельгии. В Бельгии они вообще на низких языках могут говорить. Они говорят вообще, что в Бельгии им нравится немецкий использовать для бюрократии. Типа жесткий такой. Но он такой более эффективный. Мне одна женщина рассказывала в Греции. Ну он деловой просто такой, как бы. Мне кажется, немцы хорошие бюрократы, и поэтому. Все в бумажках сложно. Да. Что там нужно за месяц записывать? С Китаем, даже здесь, у нас есть такое тоже. То есть там прям... Ну, у них вот, что меня поразило, это просто реально... Просто меня это так удивило, вроде как, ну, такое развитое сообщество. Не, у них традиции еще остались много интересных. То есть они, например, реально там, ты вот идешь, в жилой квартал заходишь, и там, например, утром и вечером у них вот эти вот зарядки, то есть... Не, ну это классно. Музычка, то есть... Да. Причем это не аниматор, я сначала думал, вот нанимают аниматоров, там нет.